Добрый вечер, друзья. В середине июля под Одессой в результате сгонных ветров произошло резкое понижение температуры морской воды. К берегу подошел хладнолюбивый представитель семейства тресковых, черноморский мерланг. Малыш, вот он. Его отличительные признаки – три спинных плавника, отсутствие выемки на хвостовом плавнике и небольшой усик на подбородке. Одесситы называют его галыш. Некоторые путают его с пикшей, которая обитает в Баренцевом море. Пикша похожа, но отличается черной боковой линией и черным пятном сатаны выше грудного плавника. Летом размер галыша 10-15 см, осенью 20-25 см. Поздней осенью в районе Черноморского зернового терминала я наблюдал, как ловили мерлангов 30 плюс сантиметров. Галыш всеяден, часто плавает с открытым ртом, заглатывая все подряд. Во времена СССР я ловил его в Аркадии на гирлянду из 4-5 пустых крючков. Узнав у опытных рыбаков, что он часто с глистами, у меня пропала охота его ловить. Но времена меняются. И сегодня я с друзьями ловлю галыша на съедобный силикон. Домой его не беру, отдавая желающим на пирсе. Дальше их выбор. Сегодня ветер южный. Температура поверхностной воды плюс 22 градуса. Придонной на 5-10 градусов ниже. Галыш подходит к берегу в сумерках, и у рыбаков есть 1,5 часа половить его перед началом комендантского часа. Для дальнего заброса я использую спиннинг Шимоносуара BB длиной 2,29 метра и тестом 0,5 грамм. Катушка Dive Exceller LT2000, шнур Yamatoya P Light Game White, решетка 0,2 с разрывной нагрузкой 1,2 кг. Крючок Azura Kenshin номер 10, грузило Чебурашка 3 грамма, съедобная силиконовая приманка Calypso Move Tail 1,6 дюйма. Делаю дальний заброс, опускаю приманку на дно. Несколько рывочков с подмоткой и пауза. Поклевки уверенные. О, и вот он. Иногда садится бычок. Нам галыш нужен, блин. Фишка в том, что такой прикол был, что солнце 7 часов тебя поднимало, да, а я бомбил до 8. Вот. С запроса, вот скинул, и тянешь, скинул там. А тут мужики стоят с самодурами. А у него клюет! Да, да. Кулек, ну тоже неплохо. А клюнуло. А главное, что а хорошо. Не, вон, смотри. А, не. Не, это смотри. Это в презервативе, смотри, безопасно. А я думаю, хорошо. А я думаю, что она так хорошо идет. Каждый заброс рыба и, ну, меньше, чем одну минуту. Вот так было бы 120. Но больше всего меня, знаешь, что поразило? Возле меня стоял один пацан, который тоже ловил на телефон. Ну, вот он, я поймал 150. Сегодня галыш не балует.
хороший вечер, поймав несколько десятков мерлангов, с хорошим настроением отправляемся домой. Всем ни хвоста, ни чешуи.